Сегодня в Москве состоялось заседание рабочей группы по мониторингу эффективности вузов. Напомним, что на прошлой неделе прошла информация о трех вузах Чувашии, в которых были выявлены признаки неэффективности. Это Чувашский госпедуниверситет, Институт культуры и негосударственный региональный институт технологии и управления. На заседании рабочей группы депутат Госдумы Алена Аршинова и министр образования Чувашии Владимир Иванов рассказали о программе Чувашского педагогического университета, которая позволит этому вузу стать эффективным. Сегодня постарались максимально разъяснить позицию университета, объяснили, что университет действует по плану, реализацию которого ожидало Министерство образования Российской Федерации от этого университета. И в плановом режиме выполняются все намеченные задачи. И планируется, что в 2013 году результаты есть, показатели, на которые должен выйти университет и преодолеть все пороговые значения, он преодолевает по итогам 2013 года. И очень здорово, что Министерство образования Российской Федерации в лице профильных заместителей министров пошли нам навстречу и учли все наши аргументы и дали возможность Чувашскому государственному педагогическому университету развиваться. Поэтому мы надеемся, что чувашские университеты будут в числе лидеров, более не будут попадать в число неэффективных.